целом хороший матч против хорошего соперника. Сегодня мы действовали лучше, чем в первых двух спаррингах. Возможно, счет оказался слишком крупным, потому что 3-0 не совсем точно отражают соотношение сил на поле. При этом у соперника тоже был опасный момент в первом тайме. Но я рад в первую очередь за свою команду, что сегодня все сложилось так, как сложилось. Команда соперника устала, все-таки до начала чемпионата Молдавии еще довольно много времени, и игроки еще далеки от той формы, в которой они находятся в чемпионате. Нам удалось освежить игру за счет большого количества замен, было создано большое количество опасных моментов. Конечно, нам сегодня было нелегко. Мы начали подготовку только 2 недели назад, до старта первенства остаются всего 2 недели. Невозможно сделать команду за 1 месяц. Но мы должны стараться, работать изо всех сил. Уже на следующей неделе мы перейдем уже практически на соревновательный режим тренировок. К первому матчу первенства игроки нам нужны свежими и полными сил.